Фирменный микроавтобус ВАТ «Электросбыт» не перепутаешь. На борту логотип и надпись «Мобильный офис». Сегодня он припарковался в селе Зыково. Сотрудники ожидают первых клиентов. Он оснащен всей необходимой техникой и несколько раз в день проводится санитарная обработка. Специалисты нашего мобильного офиса используют средства индивидуальной защиты. Накануне потребители смогли оценить новую услугу в поселке имени Гагарина и в Левжинском. Каждый день энергетики отправляются на новый маршрут, чтобы люди смогли безопасно и быстро задать вопросы и решить свои насущные дела. В мобильном офисе ВАТ «Электросбыт» вы сможете оплатить за потребленную электрическую энергию как наличным, так и безналичным расчетом без комиссии. Также вы сможете передать показания индивидуальных приборов учета, оставить заявку на установку индивидуального прибора учета и опломбировку счетчика. Вы сможете получить любую консультацию специалиста, связанную с энергоснабжением. Подвижной офис удобен для жителей отдаленных сел городского округа. Оттуда не всегда удобно добираться для получения той или иной услуги в городские банки, особенно людям преклонного возраста или работающим гражданам. Тем более, что в условиях самоизоляции и транспорт стал ходить гораздо реже. График передвижения мобильного офиса разрабатывали с учетом охвата самых крупных населенных пунктов. Мы ждем вас с понедельника по пятницу с 9 до 15.00 в следующих районах городского округа Саранск. По понедельникам поселок имени Гагарина у здания школы номер 13, Ленинградская, 34. По вторникам поселок Левжинский, улица Центральная, конечная точечка маршрута 150. По средам село Зыково у здания Дома культуры по Советской 102А. По четвергам село Монастырское у остановки на перекрестке Кооперативная и Школьная. По пятницам поселок Чекаевский, Центральная, в районе дома 113. Абоненты, посетившие передвижной офис, с новой услугой остались довольны. Им понравилось качество обслуживания и то, что всю информацию по коммунальной услуге клиенты получают в шаговой доступности. Наш мобильный офис оборудован кассовым аппаратом, и мы всем потребителям нашим, которые оплатили за потребленную электрическую энергию, предоставляем весь необходимый комплект документов, в том числе и чек. Среди преимуществ мобильного офиса – постоянный график работы, чтобы люди могли рассчитывать увидеть микроавтобус ВАТ «Электросбыт» в определенное время, на определенном месте и воспользоваться его услугами. Наталья Тюрина, Александр Данилов. Наши новости.